Чат. Алло, всем привет. Утренняя подруб. Очка. Просто захотелось прямо сейчас поиграть в Секиро. Просто так вот. Просто захотелось. Так, захват. Захват игры работает нормально. Сейчас я включу у себя чат. И, собственно, будем стартовать. Так. Все работает. На чем мы вчера остановились? Мы победили этого, как его, ну, блять, этого, забыл, Гёбу Масатака Уни, вот надо петарды вставить. А я вот не помню ствола при первой игре. Подожди. Еще надо петарды. Или это штука для улучшений? Ну, да. Походу, да. Так, у меня чат. Пожалуйста, не умирай. Саке о мотте кита. Морау то шио. Я. Джага. Кизуна узуку. Соно хидори. Коно саке о суки на ока. Кири. Соре о. Иссин сама. Иссин. Ха. Нани юэ иссин сама га. Суру, это, я так понимаю, демон гнева. Так, все, с этим понятно. А у нас 4 фляги. Сейчас сходим к этому. В другое место, туда, к чуваку, который там стоял. Я пропускаю диалоги многие, потому что, ну, я успеваю прочитать. Я думаю, что многие тоже вполне себе успевают прочесть, но они слишком долгие, длительные, прям реально. Если бы это было атмосферное прохождение, я бы целиком все полностью... Кирумайни,
名乗らずじゃが、その左腕、忍び技。なるほど。ならば、セキロ、お主をそう呼ぼう。お前は何だ？お前は。わしはアシナの天狗。おう、セキロ。お主もネズミが。何だと？このアシナにネズミも。それを片端から。どうやらお主にも一切りの。どうじゃ、セキロ。ね。承知した。よし、セキロ。これは切ってまいり。さすればお主の戦に。や、окей. Крысы — это вот эти вот маленькие существа со шляпой. Так. Ты кто? Они на гёбу самому. Я... Передо...戦は続き、屍は積まれ、あんた、ないだろう。だからこそ、あん。Вот, насколько я понимаю, вот это Исин. Так, денежка. Так, я же прыгну, если не получилось. Блять. Мне сейчас очень сильно отсвечивает в экран. Чё, я пройду вот так. Цепляйся. Окно сильно отсвечивает мне. О, бусина, отлично, мне осталось еще одного сильного врага победить, или еще раз ее найти. Так, а здесь ничего, я здесь и не пройду. Вот я могу же бить в прыжке сейчас, в данный момент, почему я до этого не мог, когда подлетал к противнику, типа, ну это ж полезно, это реально нужно. Здесь... Ага. Не знаю, локации, по-моему, максимально кайфные вот здесь. Когда это не поместье Хирата. Тут довольно интересно. Тут много всего. Кстати, я что-то слышал, помню, как-то не так давно. То, что Bloodborne... на пеку выходит. Но когда? Вопрос. Ну, был такой слушок. Я ее прошел на плоечке, но... Типа, был слух то, что она выйдет на пеку. Либо это что-то было связано с облачными сервисами, я вот не могу вспомнить точно. Так, ага. Бля.
Да, ну, в задницу все эти стелс-элементы. Не хочу. Не хочу игру по стелсу проходить. Лезь сюда. Тут, наверное, даже придется это сделать. Ага. Пошел нахер. Сядь. Так, ты же не развернешься сейчас. Конкретно в данную секунду. Пек! А! Тут вот оно что. Ну давай. Ау! Тихо. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ням. Понял тебя, понял. Ахау. Ахау. Кстати, сейчас же, наверное, мы и получим еще одну бусину. Окей. Так, здесь монеты, это хорошо. Да, блин. Леденец. Железо. Чё? А, ящерки. О боже, нет. За что? А. Ну, рип. Ну пусть. Ладно, не хочу умирать.
А, я ж вас не убил. Что-то я был полностью уверен, что я их порешал. Ну, поехали. Я поставил? Нет, конечно, я не поставил. Парирование вроде бы в том числе ау работает на него. Тут встать сначала надо. Я знаю, что надо использовать петарды, я просто... Да пей! Бык. Далеко. Пошел. Эти. Не-не-не-не-не-не-не. Блять. Еще раз. Ладно. Хорошо, я воскрес. Ты... Сучара. Ой, нет. Я сейчас очень херово все сделал. Ой, идите в жопу, не хочу я с вами драться. Ни с кем. Идите в жопу. И ты иди в жопу. Да ты что делаешь? Почему ты нацелился не туда? Бей. Отлично. Так, ты сейчас беситься начнешь, да? Нет.
туда. Пошел. Жопу. Все, есть. Сори, братан. Так, лекарства прокачали. Если вы слышите грохот, а представь себе. Да, говно собачье. Так, во-первых. Во-вторых. Угу. И... ну, наверное, пока стоит... стоит чуть подождать. Вниз пока в воду я не хочу идти. Так, тут надо бы... заблокировать товарища. В чате. Ну да, пока ладно. Сделаю это чуть позже. Да открой! Так, чё-то, кстати, можно будет прокачать сюрикены чуть позже. Не разбивается. Дрожже. О, шорткат. Или не шорткат, а это просто другой проход, другое место. Да? А, о, мы сейчас это место зачистим. Я понял, что это за товарищество такое. Так, здесь мы проходили в тот раз. Ладно, потом сюда пройдем. Сейчас я пока здесь хочу все зачистить. Не подслушал, я знаю то, что я плохой. Пошел в жопу. И ты пошел в жопу.
Вот эту вот простую механику главное сообразить. Так, ну здесь я попробую в стелсе пройти. Я не особо люблю это дело. В этой игре. По-моему, только так, да? Блин, как-то ж можно его убить так, чтобы тебя не спалил никто. Жопу. Пошел нахер. Так, я думаю, имеет смысл немножечко свалить. По-моему, я вот отсюда упрыгивал туда. Или по краю вот потому цеплялся и уходил. Уже не помню. Все, перестаньте меня искать. Я убежал. Я испугался. Блядь. Жопу. Да, я нажал блок. Жопу пошел. Или иди ты сюда. Ау. Пожалуйста. Да. Да блять. Висячий. О, еще один, сука. Ладно, не, я умру. Я не хочу. В таком состоянии. Я сейчас постараюсь все сделать адекватно, обойти врага и там уже потом от этого танцевать пытаться. Да блять! Собакич. Пошел нахер.
Ах, сука. Сука. Вы ничего не видели? Все. С этим есть. С этим есть. Тут у нас закрыто. Не-н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 е. Я лучше пока обойду. Так. Что-то скрипит, я не пойму что. Это у меня. Вам вряд ли слышно. Собственно, мы вернулись в начало игры. Отсюда все началось. Так, но тут ничего. Обидно, но что поделать. А вот здесь, по-моему, есть что-то. Не, даже залезть не могу. Так, я тут гремлю знатно. Пошел нахер. Так, ну что, давайте попробуем. Попробуем убить его с первого раза. Не думаю, что... Хотя... Тут, по идее, ничего особо сложного. Замах? Блять. Если подпарировал, было бы по-другому. А! Можно было в тебя... Можно. А он умер или... или... Или да? А где? Нет, ну... А чё? Всё? Где там? Серьезная игра? Ты чё? А где моя награда? Где мои бусинки? А чё так там? Не знаю.
Вот это вот все. Где? Куда оно все делось? Ярь. Я не понял. Я не понял. Если он сейчас будет жив, то я буду весьма рад, ибо я остался немножко неудовлетворен ситуацией. Что ты делаешь? Я нажимаю Ctrl, чтобы присесть. Представляете? Он жив, по-моему. Да, он жив, он стоит. Фух. Ну так, так меня еще босс не наебывал ни разу. Игра, ну это нечестно. Ты в курсе, что сбросить противника вниз, это тоже убить его, как бы. Значит, и убить насмерть. Нет, нет, нет. Ну чё, давайте уж. Давайте уж по полной с ним драться. Херли нет. Ай, я забыл. Не, говно. Давайте сдохнем, а потом... Потом уже что-нибудь придумаем. А, подождите, я же забыл. Тут же есть... Тут же есть вот что. Возможность обойти все это дело вот таким вот образом. А, типа, блин, отражать атаки я буду? Хрен поймешь тайминг. Я посыпался. Я посыпался практически сразу, как только не смог отбить первую же атаку, потому что... Еще тебя здесь не хватало, дебил. Блять, вот ты херли приперся. Я не могу его победить. Меня выбила из колеи ситуация, когда... Это ты за мной бежал всю эту дорогу? Меня ж больше никто особо... Вы, блядь, убейте меня, пожалуйста. Я не хочу. Почему все так плохо? А, я еще и отдохнуть не могу у идола. Все. Все. Я его убил первым, потому что он меня бесил. Я знаю, что он проще
по силе. Представляете, какая мразь, как он долго за мной бежал. Сука. Да, меня убивает гравитация. Блять, да пожалуйста! Почему ты не цепляешься? Зелененьким же загорелось. Говно собачье. Ой, все. Это очень тупо. Я не могу. Все, это победная. Это победная. Наверное, блядь. Бесили, бесят. Нах, хер ты увернулся, дебил. Прыгни. Все, ты меня не видишь, ты меня не видишь, ты меня не видишь, ты меня не видишь, ты меня не видишь. Все остальные меня тоже не видят. Я им не нужен, я им безразличен. Они меня не видят. Пошел. Не, я тебя сбрасывать не буду. Все, никто нам не помешает с тобой. Кроме нас самих. Фу. Блять! Сука!
Да, блядь, ну я ж прожим. Так близко было, сука. Вот да, я помню то, что я вот здесь обходил, вот здесь это обходил дело. Так, может сейчас имеет смысл? Че, не, давайте вот так. Кьюб, твою мать! Сраный копейщик выпил у меня всю кровь, дрянь такая. Причем, ну он же простецкий максимально. Че в этом бить-то? Он просто, ну, у него что-то концентрация до хера, я прям... И shift. Вот кто... Почему надо... Игра... Я бы его в первый раз убил. Причем, я его реально с первого раза бы убил. А потом я посыпался, я что-то начал херню творить какую-то после всего этого дела. Ну давай, иди сюда. Да, блядь, прыгай, не шифтуй. Ой, блядь, да не бы... Есть. Да я, твою мать, пытаюсь прыгать во время доджа. Причем не знаю, у меня почему-то было реальное ощущение, что этот босс-файт предполагает то, что его можно сбросить с этой, со скалы. Ага. Охеренно, я проебал просто. На ровном месте хилку. А вот сейчас я не понял, почему я умер. Ну ладно. Ох. Бесячий, какой он бесячий, просто отвратительный. Идите в жопу все. Так, меня вроде даже никто и не спалил. Кроме вон того вот маленького ублюдка, который сейчас прибежит опять сюда, дебила кусок. Удар. Удар. Пошел. Нахер, козел. Блять, прыгай, я не доджи.
сука! Короче, по-любому надо делать вот этот обход, чтобы вот эта вот мразь меня сбоку не видела. Кусок говна. Он же реально просто сбоку стоит, дрянь такая. Жопу пошел. Акью. Вот это вот паскуда. Так. Так. Все, это изи, это только не залипание, пожалуйста, Христа ради. Ага, блядь. Ага, блядь. Пошел в жопу, сука. О, блядь. Ну, сука. Так, а теперь вопрос. А где взять ключи от вот той вот... барки. Так. Сейчас. Для начала. Организую бой вот с этим вот товарищем. Иди сюда, иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Шелупонь. С ними можно и так разобраться.
на самом деле. Вопрос теперь в том, где лежит ключ от вот этой хибары. У кого он? Ну или вообще, в принципе, где он, этот ключ? Будет весело, если он прям вот тут. Нет. Не помню, где. Откровенно. И давайте попробуем. なぜ? いや、忘れてくだされ。 Потом. 忍び殿、音をたどってき... 知らぬ。 Потом его немножко разочарует все это дело. Спойлер небольшой. Но... Я не то хотел, я хотел спрыгнуть на него сверху. Хочу попробовать его победить. На что меня хватит? Потому что мувсет, я его на самом деле помню вроде бы достаточно хорошо. Он такой довольно однобокий. Пошел в жопу. Камера меня убивает. Камера, блядь! Пожалуйста! Ой, бля. Давайте умрем. Сейчас вернем. Камера, блядь, ты чё меня бесишь? Сейчас я закрою у себя источник света, чтобы мне не светило лицо в лицо с экрана. Всё. Сейчас по-быстрому обойдем вот это вот все. Жопу. Ну иди сюда. Мне просто надо вовремя все делать, да и все.
Не туда. Немножечко пошел. Все. Это было довольно несложно. Я просто хочу пофармить чуть бусин всего вот этого дела. Потом я вот думаю, может сейчас к безголовому сгонять, попробовать его убить. Он по идее вообще не сложный, мне просто успокоительное надо где-то надыбать, я не помню где она берется. Мне просто надо где-нибудь надыбать успокоительное. Тем временем у нас 4 навыка, это 4 очка. 4 очка. Есть. Осталось буквально чуть-чуть. Еще 2, и у меня и бусин еще хватит. Так, замок Асина есть. Тут у нас сейчас еще мечник же. Да? Или этот военачальник, один из военачальников. Я помню, я только вот к этому моменту, когда первый раз проходил, более-менее научился играть. А, кстати, я сейчас проверю одну теорию. На... Это работает. Так, потом можно будет обойти его со спины. У меня просто сюрикены, видимо, оно не так хорошо прокачаны. Если не дать выстрелить... то они даже и не заметят. Так, а теперь мне надо обойти со спины. Вот его. Типа, это реально работает, прикиньте, вот эта вот тема. Такой своеобразный лайфхак. Как убивать по-быстрому здесь врага. Ну и иди сюда. Ты не должен быть сложный. И даже тошный. О, ну ты быстрый довольно. Хорошо, ладно, я в тебе ошибся. Ты очень сильный. Я тебя недооценил. Блин. А чё я сразу две выпил? Молодец какой. Я просто два раза нажал. Не в сторону, в него прыгай. Ага, вот тут я не помнил, не знал про вот этот ход. Да я, блядь, ушел. Я нажал прыжок. Игра меня не любит. Чё ты, думал все? А
я не все, а я еще могу. А я вот это вот не помню. А вот это вот меня, блядь, бесит, потому что я не успел опять. Сейчас убьем его. Просто я его сейчас убью, и у меня наверняка будет, помимо того, что у меня будет третья бусина, у меня будет еще и пятое очко навыков, для того, чтобы прокачать что-нибудь. Минаношу! Агаттеорно! А их вот реально вот можно взять вот так вот. Главное не дать выстрелить ему. Почему-то третье у него не особо попало. Ням. Есть. Так, а может... Может сверху это сделать? Чик. Надо успеть. Что? Все, с этими мы разобрались. Иди сюда. Ай-яй-яй, не зря, зря пью. Вот сейчас не зря. Ага. Я нажал, оно не захотело меня пускать. Блин, ты сложный все-таки. Вот от этого надо уходить, и все в целом будет норм. Да, блядь, я ж нажал. Сейчас он в меня по какой-то интереснейшей причине не попал.
Пошел нахер. Блин, я думал, прокачаю себе пятое очко. Блин, а тут же столько всего. Тут же этих обходов сейчас еще тонна. И тут, насколько я помню... Ага. Вот он. Данна, кону широ но самурай жа най митайда синоби. Соле мо канари но тедаре то мита. О. Яппари кадаттара ё. Кону аташи то, хета ко ичиматте на. Шицкоку овалете... Маттаку. Ашина но мажиме замурай то моме. Оре нанка оккакете ру баай жа най? Блять. Так, это вот с вот этими надо мне. Так. Пошел. Вот когда все получается, оно и выглядит даже очень красиво. Ау. Ау. Боевка-то тут реально крутая. Глиняный осколок. А, блин, ай. Пепел. Кстати, ни разу не пользовался вот этими вот всеми дополнительными приблудами. Я сейчас прокачаю себе отхил от убийства моба. Ау! А, это вот эти вот сволочи, да? О, крыса! Так, чувак, ну я вроде бы все. Над крышами замка Асина клубятся бледно-розовые столбы дыма. Это сигналы, по которым ориентируются полуночники. Лишь воины клана с серыми перьями могут идти по такому следу. Все? Ты мне больше ничего не дашь? Он вроде как в разрушенный храм потом придет. Но в любом случае я сейчас отправлюсь вот сюда. Отдохнуть. И. Вот так как-то. Потом мне нужно будет вот это обязательно прокачать. Но, как я понял, сначала надо вот это прокачать. А что
Зачем я? Блять! Я же... Не знаю. Спасите. Туда. Тихо. Стоять. Чпек. Бая. Хочешь в одно место переместиться, тебя кидает в другое совершенно. Так, окей. Там вон лут какой-то лежит. Вроде тут никого. Здесь тынч. Ага, а нет. Я всего лишь хотел подобрать лут. Я хочу подобрать лут. Так, вот это хорошо. Блин, а вот с ними более чем с одним драться, это такое себе удовольствие. Блин, забыл, что вы здесь. Ты, блядь. Я отхилился с помощью того, что я убил противников. Какой я молодец, блять. Если сука, почему оно не достает? Ой, писки. Заспамил. Я так понимаю, не с каждого противника. Я не думал, что он меня убьет с первого раза. Но он вроде как сильнее, чем. Ну, за счет огня, естественно. Так, хорошо. Сейчас надо проход открыть в этот.
замок для себя. Угу. Блять. Воу, воу, воу. Есть. Фу. Конченное место. Но. Ну да, мне надо еще 2 очка. А, ну у меня пока одно. Ага. Так. Какие вы кончены? Так, слово семечко тыквы — это очень даже неплохо. А вот здесь стоит в стелсе ходить, потому что вот эти мрази, они просто отвратительные. Так, бабка. Бабка палит. Бабка светит. Хуяк. Здесь вроде бы нет. По потолку нельзя. А, вот там можно. Ага. Чё по противникам здесь? Ну ладно, с одним я сражусь. Ай, блядь. Я ж вроде сбил тебе атаку. Ты, блядь. Хули ты лежишь, дебил? Воин, блядь, синоби ёбаный. Самурай. Пошел нахер. У-у-у. Ты же не сюда придешь, золото.
Может, не имеет смысл. Ладно, я сейчас здесь зачищу. Там просто внизу еще есть много всего. Я вот думаю, как мне лучше поступить, спуститься вниз или здесь. Наверное, давайте здесь пока зачистим. Тут сейчас в любом случае будет... Так. Так. Блять. Серьезно, вас двое? На меня одного, да? Блять, не лежи. Вы чё? Не до того, блядь, целишься. Пошёл нахер. Я еще забываю о том, что контратака вот этой Микири, она все-таки блокирует, ну, она не блокируется, она парируется. Фух, сука, какие вы конченые, блядь, мрази. Так, и... Ага. Еще здесь. Здесь у нас. Вот эта мразь. Я бы спрыгнул вон на ту. И бабка. Так, а давайте используем эти в кои-то веки глиняные осколки. Бесишь. Пока норм все. У меня есть дрожжи.
жопу. Бесячие ублюдки. Это, наверное, одни из самых противных врагов в этой, сука, игре. Так. Сразу пойдем активируем идола. Это же здесь, это здесь. А потом уже пойдем зачищать локацию дальше. Мини-босс. Хотя, наверное... Блядь. Привет. Здравствуй, здравствуй, здравствуй. Наверное, имеет смысл мне сразу мини-босса завалить. А потом уже идти зачищать локацию с этими, с четырьмя бусинами. То есть прокачаться и потом уже это. Тут... Нет, второе. Второе прохождение. Ну, в смысле, я знаю, что сейчас будет происходить. Это второе прохождение, я... Вот бесишь, я знаю, что его... Я умру. Вот здесь я научился когда-то парировать. Сейчас надо сделать это снова. Я запустил Секиро спустя, наверное... Ну как, я играл в нее на релизе. И вот... Первый раз, спустя первое прохождение, я ее запустил. Да, пока вроде бы без сосулек всяких справляемся. Я сейчас попробую, раз рекомендуешь. Я никогда не пользовался вот этими леденцами и прочим, я сейчас попробую. Попробую воспользоваться советом. Чё ты, рыжий? У меня тут кот подо мной ходит, пытается на меня сесть. А, у меня есть он? Да, есть. Ага, временно снижает урон, наносимый вашей концентрации. А... Но я убил Куро. Я не знаю, почему я не могу собраться с мыслями. Сейчас. Этот враг, он же чисто парированием убивается. Тут даже это, тут надо чисто научиться, ну, поймать вот этот тайминг. А я сейчас не могу, я что-то не сконцентрировался вообще. Тут на это я и без леденца этого проходил в свое время. Просто мне надо... Во. Да, и прыгать надо еще вовремя. Ага. Хватит, Ну я примерно знаю то, что когда клинок близ... Сейчас, опять же, я просто сориентируюсь, сконцентрируюсь. Сейчас начало получаться, я посыпался опять и все. У меня было один раз, ну вот сегодня буквально, был момент, когда дрался с копейщиком на вершине. И я его скинул, и мне не засчитало его убийство. Он же этим парированием еще частично блок пробивает. Сейчас, мне надо привыкнуть. Это легкий враг. Это легкий враг. Я привыкну сейчас. Я попыток еще 2-3, может сейчас прямо убью его, хэйвозе, посмотрим. А потом пойду зачищать локацию. Ну тут вообще вот эта локация, она одна из самых
Если это, ну это если не парируешь, его удар в блок летит. Да-да-да, урон через блок идет. Я вроде бы нажимаю, а какого хера происходит игра? Типа, помоги, пожалуйста. Игра, не убивай меня, пожалуйста, прошу тебя, я... Я до этого парировал, все адекватно. Не знаю, в чем дело. Я тороплюсь еще. Я все свои деньги сейчас проебал просто в момент. Иди сюда. Отойди, пожалуйста. О! На это больно смотреть, я понимаю. Я нажимаю, я нажимаю. Я не могу. Сейчас. Я уже, да, я понял. То, что тут иногда надо прям сильно заранее. Я сейчас заткнусь. На секунду. Начал говорить и опять посыпался. Да я думаю, все тут так же сливались, так или иначе. Мне вообще интересно, как я с Геничиро справлюсь, потому что, ну, под конец игры он мне даже урона не мог нанести. Да я нажал! Я заранее нажал. Отстань от меня. Да блять, я жду от него атаку, а он не делает ее. Да блять, как ты достаешь? Сейчас у меня все заболеют. У меня все заболеют абсолютно. Это же не сложно. Не, секира мне, ну, где-то на восьмерочку. Все-таки эта игра достаточно на любителя, она далеко не идеальна, в ней много косяков. Прям вот так сразу не назову. Но со всей остальной, как бы, вещи в плане дизайна, в плане всего... что в игре происходит, мне нравится. Я хотел попробовать понапрыгивать на него, но вижу, что не совсем. На этом враге хорошо, что их всего двое по всей игре, всего двое. И оба они в этом месте спавнятся. И то, второго можно убить в стелсе один раз. Я нажимаю. Yeah.
А вот сейчас что не так пошло? А сейчас что не так пошло, сука такая? Есть. Да, она была признана игрой года, это я знаю. Я за нее голосовал даже. Потому что в плане эмоций эта игра, наверное, первая. Пока что вообще, в принципе. Ну, сейчас он блок мне пробил. Я встану. Че ты, успокоился уже? Хер тебе в рыло, сраный урод. А вот сейчас я неправильно сделал. Ладно, было близко. Я просто клацаю эту кнопку блока. Почти, да, было очень близко. Сейчас. Ну все, я понял схему. Я раньше пытался именно вот в момент, когда он достает, чтобы по красоте вот это пиу-пиу сделать. А тут надо... Тут не предугадаешь просто. Тут надо... Ну, примерно... Да блять, сейчас вообще не получается. Да. Не, это херовая попытка. Я умру. У меня сегодня день херовых попыток. Потому что я вот этого копейщика первого... Я умирал столько раз по причинам, которые, ну, в частности, от меня не зависели. Я его убил бы, на самом деле, с первого раза. Вот сейчас я с доджем вместе решил парировать. Ты чё, охренел? Да не хочу, зачем? Я лучше заново начну попытку. Я знаю то, что драконье поветрие, все дела. Но мне нет смысла тратить воскрешение, если я не сбил ему даже одну полосочку. Вот сейчас я ему сбил полоску, и это имеет смысл. Он меня может в блок сейчас банально убить. Не, не в блок, просто так. Мне так проще. Мне проще заново начать, чем пытаться что-то там. Я лучше соберусь, сконцентрируюсь и заново начну. Все, сейчас я его зарублю. Мразь эту. Да, блядь, я постоянно забываю про этот сраный... А, опять. Долбаная, тупая игра. Подписывайся, если что, ну, отслеживай как минимум. Мы периодически тут залипаем, так чисто для себя. Так, было красиво, было даже очень хорошо. И
сейчас не очень достает до меня, сука такая. А не, я не бомблю, мне вообще изи. Я на таком расслабоне в эту игру играю. Но вот сейчас мне обидно будет. Сейчас реально обидно было, сука, тупая игра. Я ору больше с моментов, когда не получается что-то. Я кричу. Блин, вот захотел, называется, победить босса. Такой, эх, а что со мной будет? Я всего лишь проебу порядка 30 минут на это дело. Главное, вот обе вот эти атаки парировать, и все. Это столько концентрации ему сбивает сразу. А мне, блять, мою жопу. Я не бомблю вообще. Я бы вообще Ghost of Tsushima бы попроходил на этот самый, на стрим. Но я начал его проходить без стрима, и мне как-то заново играть Сусиму. А вот я сейчас тупой просто максимально. Отошел. Сейчас. Тихо. Ты что делаешь? Ай, бля. Тсушима не для стрима, она атмосферная больше. Ну как сказать? Она достаточно атмосферная, она достаточно интересная, она как бы тут сюжет довольно неплохой. Я ее проходил когда-то давно без стрима, просто для себя. Реально кайфовал от всего происходящего. Сейчас вот мне захотелось просто вспомнить, во-первых, молодость. Вообще меня забайтил Папич, которому надонатили на то, чтобы он играл в... А, Тсушима не для стрима. Фу, Секира. Тсушима... Ну, я бы просто ее, вот, знаешь, я сижу возле телека, чилю себе спокойно, прохожу все. Я почему не хочу сейчас перепроходить Тсушиму для стрима, потому что, ну, я первую локацию зачищал где-то, ну, может, недели две, если в совокупности брать. Поэтому мне заново крайне не хочется это делать. Она очень большая, она огромная. Я вторую локацию, вот только дошел до второй локации. И я понимаю, сколько мне там еще проходить. И при этом я уже на максимум там практически вкачан. Ну то есть, из тех вещей, которые мне нужны, у меня есть все. Я сейчас прокачиваю исключительно те вещи, которые мне не нужны, как игроку. И на второй фазе я начинаю тупить. У него что, тайминг сбивается или хер пойми. Ты, блядь, ты меня серьезно, что ли, вот это вот сделал сейчас, сука такая? Наверное, надо
ночью еще по вечерам играл, примерно 2-3 недели проходил, ну и дальше много. Ну я прям сейчас все там зачищаю, и, ну, я играю по паре часов буквально, из-за количества времени, ну и желания, в принципе. Мне иногда просто, ну, не хочется плойку запускать, я в МК поиграю, может, чуть-чуть, и все. Чисто для себя. Блэд, хватит помирать. Надо... Я ж его почти убиваю. Мне ничего не хватает. Мне не хватает чуть-чуть всего. Ну, в Цушиме я прям кайфую. Я помню, я прошел Last of Us 2. И вот после вот Last of Us 2 Цушима мне не заходила. Мне она прям реально... Мне она прям реально не заходила. Мне вот после вот анимации там такие куцы, она выглядела довольно, ну, хуже, чем та же Last of Us. То есть, ну, у меня сразу контраст такой возник. И... Ну, мне было сложно начать играть в Цусиму из-за, ну, некой кинематографичности, так скажем. Я после впечатления от Last of Us 2. Почему? Игра-то качественная, игра-то реально хорошая. Именно как игра. Сюжет, да, я не спорю, он не всем зайдет, далеко не всем. Некоторые моменты там достаточно спорные. Я не знаю, ну, спойлерить нехорошо, я не буду этого делать. Вот. Да и, блядь, ты меня задрал. Я вообще, и вы меня отвлекаете сейчас, подождите. Я хочу сконцентрироваться, убить его уже по-нормальному. Я сейчас заткнусь, а потом, если что, отвечу. Сейчас я его воткну. Я жду, вот чего я жду в данный момент. Вот Нио, кстати, мне вообще не зашел. Первый Нио, он такой блеклый, он такой одинаковый, он такой... Ну, там реально очень одинаковые локации, очень однобокие, особенно вот первые вот эти. Там просто я... Ну, там локации, как вот нелюбимая моя локация в Секиру, это поместье Хирата. Она просто отвратительная по качеству противников и вообще в целом сама локация. Там, конечно, босс-файт с бабочкой охерительный, но... Пожалуйста, нажми так, как надо, как ты нажимал только что. Вот так. Сейчас я заткнусь, подождите, пройду его. Тварь. Жаль, нельзя говорить известные слова. На стриме. Сука! Какой ты, блин, мерзкий враг. О чем я говорил? Я говорил о том, что сейчас очень сильно жду этот, как его, дополнение Odyssey для Elite Dangerous. Как игра засияет, как она, ну, новые краски какие у нее появятся сразу, потому что мне она так нравилась достаточно сильно, элитка. Но в ней банально нехер было, нечем было заняться. Сейчас вот выйдет Odyssey, и... Игра засияет.
Ты еще вот так делаешь, да? Какой ты резкий, падла, как понос просто. Да, блядь, вот именно поэтому я не стал играть в Ассасина, жена играла, мне как-то не особо эта атмосфера. И не-не-не-не-не, я не про эту Odyssey. Assassin's Creed мне вообще не заходят последние, она какая-то вообще... Ну, во-первых, Ubisoft, они реально, ну, скатились, они... Ну, очень некачественные вещи делают. Они это продают за фулл ценник, и цена у них не падает. Вот Биомутант я реально жду. Она должна была выйти уже давно, но... Но почему-то так и не появилась в продаже. Сука, ты такая, блядь. Оно. Хотя нет. В этом году выходит летом вроде. Ну, она должна была в прошлом выйти еще осенью. Или тем же летом, опять же. Ну, что-то... Я не знаю, мне... Я сейчас накоплю, может быть, пятую плоечку возьму. Да, блядь, вот тут вот я не понял сейчас, потому что я вовремя все нажал. Это не проект, это типа любительский, да, да, это я знаю, я в курсе. Я смотрел про нее многие вещи. Меня она чем-то напомнила вот это вот Mutant Year Zero, когда, ну, XCOM про мутантов. Такой, XCOM... здорового человека, которым ты не промахиваешься вплотную в противника. Да блять, я умру. Я подожду новую ревизию PS5 и потом уже буду брать. Вот. Посмотрим. У меня пока два варианта. Либо машину покупать, либо... Да, блядь, пожалуйста. Хватит, остановись, подумай. Блядь. Я должен заткнуться. Сейчас. А то этот стрим будет о моих страдашках чисто на этом, блин, мини-боссе, который я все никак не могу. Сейчас. Сейчас все равно на пилах ее особо нет. Да, ее долгое время еще не будет. Так. Я заткнулся. Сейчас, я же говорю, у меня сейчас все заболеют. Тихо. Какой ты бесячий.
А ну, я сейчас попробую одну штуку. Я не знаю, сработает ли, конечно, маловероятно. То? А, это не то. Вот он. Вот этот мне нужен. А, нет, нихера. Не сработало. Ты мразь такая. Просто просрал момент. Просто вот я не могу среагировать. Хотя у меня вроде реакция нормальная, я в МК играю, сука. А. С реакцией у меня вроде бы даже все хорошо. Вот. Ты че, блядь, пес? Ты че? Блять, почему у меня не получается? Сколько я мучаюсь на нем уже? Час? 40 минут где-то? Ну где-то 40 минут, наверное, да. Сука такая. Оставайтесь с нами. У нас, ну, сейчас... Вот это вот ты, блять, прям... Собака такая. Бесишь меня, тварь. Какая ты мразь, какая ты мразь. Я еще не совсем оформил все вещи на канале, то есть типа вот эти вот все подписки и прочее, поэтому, ну, если вы подписались, поставьте плюсик в чат, чтобы я видел, если что, сказал спасибо. Поэтому, ну, просто плашек оповещений. Меня мой кот меня сейчас отвлек. Вот какого чёрта ты прёшь туда-туда, не надо. У меня компьютер прям под ногами стоит, он собирается на компьютер, а потом на мои ноги. И вот так вот он периодически меня отвлекает. Рыжий. Мяу. Все впитал, все впитал. Ты чё, пёс, ты охренел? Он меня уже бесить начинает. При этом, ну, босс-файт же максимально несложный. Он же, блядь, простецкий. Он люто легкий.
Чё тут, блядь, две кнопки нажимаешь, и всё, блядь, ты его побеждаешь. Хер ли ты сейчас не можешь этого сделать? Только что делал это, мразь, уйди, рыжий. Да, блядь, пожалуйста. Грязный гандон, ублюдок просто. А, давайте еще пару попыток на него потратим. Попробуем чуть-чуть немножко погореть в другом месте, потому что бесит он меня, дрянь такая. Он легкий, он несложный. Какая ты тупая сука. Какая ты тупая, блядь, мразь. Уйди, пожалуйста, рыжий. Заебал. Серьезно. Уйди. Вот сейчас не лезь. Ты меня сейчас опять отвлек. Тупица, рыжий. Я люблю своего кота, но он меня бесит в данный момент. Смотрит. Ты, блядь, пожалуйста, не делай так больше. Ну, блядь, это было очевидно. Говно собачье. Вам не надоело это смотреть? Вот сейчас я вообще не понял, что не так, блядь, я сделал. Просто игра меня убивает. Любимая камера игровая. О! Любимейшая просто игровая камера. Почему они все никак не научатся делать в своих играх камеру? Камеру такую, которая не будет бесить. И вот эти надписи, которые меня бесить тоже. Пожалуйста, пей только в стороне от него, подальше, где-нибудь, чтобы он тебя не достал. Дрянь. Я чуть не матюкнулся. Как-нибудь знатно. Тебе... надо
взять член в рот, пожалуйста, возьми, на, держи, только мне не суй. Да блять, ну, начинаю пить сразу лекарства. Блять, да вот, сука, вот вздумалось тебе взять и вот так вот меня атаковать. Почему вторая атака попала по мне? Блять, мразь. Я горю, я начал гореть. Я до этого говорил, что я не горю. Нет, я горю. Нет, я горю. У меня последний раз такое количество попыток убийства босса было, наверное. Ну, если брать эту игру, то на Иссине. Ну, на Иссине, естественно, я больше страдал. Я несколько дней страдал на нем. А вот примерно прям, чтобы засесть на босса, это было в Ремнанте. Мы проходили босса, бабочку. Как ты много урона, блядь, то наносишь, сука такая. Сейчас на PS4, кстати, раздают Remnant. Remnant и Final Fantasy VII ремейк. А я хотел купить еще себе ремейк. Хорошо, что я этого не сделал. Да, блядь, молодец какой, впитал все в себя. Почему не работает контратака? У меня есть предположение небольшое, маленькое. То, что у меня не хватает FPS-а. Я, правда, не шарю, сколько у меня его сейчас здесь, в этой игре, данной конкретной. Но есть такое ощущение, то, что оно, ну... Чуть-чуть как будто не так. Я сейчас попробую чисто. Ага. Типа, если в этом дело, то... В этом есть своя логика, я скажу вам. Да. Я ему на один удар. Ну, в этом есть своя логика, действительно, потому что, ну, игра, у меня комп не такой мощный, чтобы стримить вместе с игрой. Типа, я игру-то проходил на максимальных настройках без стрима, а со стримом она, ну, душится. Вот. И мне сейчас гораздо комфортнее в том плане, что у меня, ну, хотя бы я все движения свои контролирую на таких настройках. Ну вот, обратите внимание на это. Но у меня не покидает ощущение, что с ним что-то... На второй фазе с ним происходит что-то. Ну, собственно, вот.
Не знаю, было ли мое предположение верным, или это было. В землях Хасина некогда блуждали призраки, они метали молнии, которые нельзя было отразить, стараясь не касаться ногами земли и отражая молнию. Отражение молнии, это вот... Ага, ну это, собственно, обучение перед боем с этим... Кеничиро. Давайте отправимся в разрушенный храм. Прокачаем себе фляги. Еще. Типа, но все равно на общее качество как бы игры, мне кажется, это не сильно влияет. Хотя тени немножечко меня здесь вот смущают. Ну, хер с ним. Посмотрим, может быть, мы вернем стандартные настройки. Ну, те, с чем мы играли. Просто надо как-то... Попробовать бабочку сейчас убить, как вариант. Я думаю, что я даже, ну, без щелкающего семечка в данный момент справлюсь. Блять. Нацелься на нее, прошу тебя. Так, сейчас надо потихоньку. Бежать, 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 есть. Ну чё, иди сюда.
А, у меня кончились. Говно какое. Я слишком много их пулял. Хе-хе-хе. Чуть похилиться. Дрожжей нет. Ля-ля-ля. И мразь такая старая. Сейчас даже пытаться не буду, я заборю ее пока таким образом. Пусть я лучше подожду чуть-чуть. А, полетели. Говно полетело. Уходи от меня. Блять! Вставай, 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 вставай. Вставай, я понимаю, то что хочется полежать. Не-не-не-не-не, не жадничай, прошу тебя, пожалуйста. Блять! Я что-то где-то в каком-то моменте так знатно навпитывал, там где не нужно. Но вообще, моя главная ошибка была то, что я впитал вот тот вот захват от нее. Так бы все, она бы уже мертва была. И слишком много тратил этих сюрикенов. Сейчас надо один точный просто швырять мне и все. Не, ну босс файт просто восхитительный. У нее фаза вторая, просто чуть душная, а так...
Так, первая есть. Блять, вот не попал. Это сейчас было обидно. Ай-яй-яй. Старая. Блять. Ладно. Давай, развеивай. Развеивай, я не хочу. Какая. Отлично. Иди сюда. Где ты? Успел. Все, бабулита. Кстати, я думаю, имеет смысл нам пройти игру на правильную концовку. Мне просто последовательность действий надо понять. Собственно, так мы и стали бессмертными. Ага. Хорошо. Так, я думаю, что на этом мы с Секиро, по крайней мере, на сейчас закончим. Еще вечером, я думаю, что я вернусь в эту игру. Скорее всего.
Так, что я хотел? А, посмотри, что по навыкам у нас. Мне надо обязательно вот это. То есть мне еще одно очко открыть. И все. А потом... потом уже будем посмотреть. Пока что это все. Вот. Продолжим позже, реально. А, всем спасибо, кто был. Приходите сегодня попозже вечером, я думаю, где-то часиков в 5. И мы с вами еще чуть посидим, позалипаем. Все, всем пока.